Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Урайца. Ну, наконец-то, хоть к концу декабря у нас выпал снег. Хотя и сейчас-то его немного, но для нас это ненормально. Сантиметров, наверное, под 20-25 выпало, и то счастье. А обычно у нас вот такой снег бывает в начале октября. И сегодня мы поговорим про укрытие ульев снегом. Это очень важный процесс, особенно для наших северных условий. Поэтому поехали! Кстати, если кому-то интересно, как мы готовились, как мы зимовали, то ссылки на ролик есть внизу в описании, а также появляются вверху в виде подсказок. Ну и все ролики по пчеловодству можно найти в соответствующем листе. Конечно, в этом году у нас зима необычная, каждый год она, скажем так, я говорю эти слова, но все становится теплее, как-то аномальнее, то снег поздно выпадет, то зимы на самом деле до декабря нет, температуры такие минус 7, минус 5. В этом году уже холодные такие у нас деньки были, до минус 27 доходило, и пчел мы уже немножечко утеплили, положили одеялки. Хотя, в принципе, я считаю, что мы зимуем, ну, своего рода какой-то вот такой вот комбинация с холодной зимовкой. Но перед тем, как к снежным работам приступить, еще также подскажу. Часто возникают такие вопросы, что делать с липками. При зимовке, именно с осени до весны, все липки, что нижний, что верхний, открыты, но без доступа мышей. Мыши ни в коем случае не должны попасть. Там есть разные приспособления, заградители. У меня обычно переворачиваю решеточку, и мышь уже не попадет. Но липки для вентиляции, для нормального поступления воздуха должны быть полностью открыты. Вот весной мы уже их отрегулируем, но это уже совершенно другая история. А сейчас липки у нас полно открыты. Не беспокойтесь, пчелы в снегу не задохнутся. Я уже 11-ю зиму зимую. Ни разу такого не было. Даже незначительное содержание, скажем так, кислорода, а большое содержание углекислого газа очень плодотворно влияет на зимовку. Но это тоже, если вам интересно, возьмите, почитайте научные статьи, на эту тему есть. Под снегом не надо бояться, пчелы не задохнутся. Прекрасно идет вентиляция, прекрасно выходит воздух. Даже если нужно будет, пройдет пропарина. И хорошо видно, особенно когда вот минус 40 градусов, прям из улика идет порог. И отсюда даже немножко на душе сразу же становится спокойно. Идет пар, значит, семья хорошо зимует, все нормально. Теперь уже реально можно закидать улики. И это очень важный процесс. Вот для наших северных условий, я считаю, это вот самое то. Для юга тоже неплохо, но для нас это очень важно. Что же делает снег? Это по большому счету зимнее укрытие. Это зимняя снежная перина для ульев. Под снегом никакой ветер, никакие морозы уже пчелам не страшны. И это однозначно. Мороз в принципе пчелам не страшен, если у них есть достаточное количество кормов. Им страшен ветер. Но вот под снегом уже и ветер будет не страшен. Поэтому берем сейчас лопату и начнем закидывать. Это и для нас полезно, да и для пчел будет тоже хорошее дело. Процесс на самом деле очень простой. Главное хотя бы закидать до подкрышника. То есть вот по большому счету у меня основной корпус, до подкрышника я закидал, уже ветер не страшен. А выше всегда природа закапывает, и бывает так, что у нас сверху еще сантиметров 30-40 снега над ульем. Так что все это хороший процесс. А вот сейчас наша задача хотя бы корпуса закидать. И, кстати, осенью я еще поставил все улья, снял с подставок. Это можно видеть, они стоят у меня на старых шинах. Для чего сделать? Чтобы было пониже, чтобы быстрее снегом закидать. Снегом закидал, уже зимовка в наших условиях законно лучше пройдет.
Ну, немножко пришлось физкультурой позаниматься. Все, пасеку мы закидали. Теперь, по крайней мере, на душе у меня уже спокойно. Теперь уже никакой мороз. Ну, а самое главное, ветер нашим пчелам не страшен. Ну, а дальше погода сделает сама остальное дело. Закидает, засыплет так, как ей угодно. Тут уж на погоду никак не пожалуешься, что сделать. Она сама все диктует. Зимовка у нас продолжается, теперь все уже идет своим чередом. Все как должно быть. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч!